Ребята, смотрите, куда мы приехали. Смотрите, Дед Мороз стоит, снеговик. Нарядили сверху, да? На втором этаже. Ну, это прогулочный. Да, прогулочный корабль. Ну. Здесь дюнер, пиццерия. На этот остров. А? Здесь можно же на острова выехать, а сейчас тут ничего не идет. Ну да, сейчас ничего не идет. Сейчас посмотрим, куда пойдем, куда скомандуют. Ничего себе, какая красота. Пойдемте быстро. Перейдем. Там как пиратеншип, смотрите. Смотрите, высотные дома, люди живут прям рядом, рядом. Как будто корабли пиратов. Там столики стоят, лодка висит, снизу каюты, шторки висят. Мне интересно, вот вода, дом и вода рядом, да? Угу. Классно, как да? Люди не боятся наводнения. Смотрите, каюты. Смотрите, какой у них градусник висит. Вот-вот-вот, где дверь заходить. Большой, да? Да. Ребят, так интересно, да? Кто вот тут вот ходит без масок? А кто вот тут вот ходит по дорожке, те должны в маске ходить. Ну ладно, решили пойти спуститься тогда. Смотрите, на корабле там елочка стоит, наряженная. Где? Вон на корабле. Видите, опа? А это пароход. Ну. Здания какие классные. Архитектура всех зданий, да, Саша, такая классная. Окна все в пол такие интересные. Ну, вот так вот. Можно походить, погулять, поснимать. Это отель и ресторан. Ничего себе, да? Красота какая. Вот смотри. Мужики стоят. Мужики стоят, а тут смотрите, здание нарядили прям такими звездочками. А, отсюда вот маски не переходят. А, да. Блин, как неудобно в маске разговаривать. Надеюсь, меня будет слышно. Ну, прикольно, такой город старый. Здания такие старые. Прикольненько. Вот так вокруг можно пройти, прогуляться. Вон якорь лежит, Саш. Якорь.
А вот тут будточка такая, когда вот прогулочные корабли ходили, вот тут, наверное, билеты покупать. Смотрите, какие мужики стоят. Мужики, мужики! А здание какое классное, вообще шикарное. Так, сейчас что-то Саша учудит. Вот ей-богу, ребят. Смотрите, идет. Идет, смотрите, 100%. Прикольно. Ну, ребят, красивый очень город. Красивый. Смотрите. Здесь все убрали, нарядили, шарики, огоньки. Смотрите, сюда подниматься в город, в центр. Сити-штат. Смотри, какая девочка стоит. Ну-ка, пойдем посмотрим. Вау, какая красота. Фрой Вайнахтен. Штат Эмден. Куда нас только не занесло, а? Сегодня. Ой, смотрите. Девочка стоит с рыбкой. А елка какая у них красивая, наряженная. Шикардос, ребят, шикардос. Классная елочка. Смотрите, какие шары на ней висят. Видимо, детки сделали вот эти вот игрушки. Ангелочки, елочки. Сейчас подойду, вам покажу. Снежинки. Ой, какая елка, красавица. Саша, сфотографируй, смотрите. Якорь какой лежит здесь. Вообще шикарный. Исторический такой город вообще. Саша, смотри, какие исторические здания. Ты фотографировал? И вот эти вот, смотри. Красота какая. Якорь какой. Смотрите. Угу. Большой. Елка какая большая. Очень красивая, зеленая такая. Очень красивый город, да? Очень какие красивые. Исторические, смотрите, какие здания. Да. Вообще одно заглядение, да? Все такие окна в пол прям, да, узкие. Угу, сверху колокол, смотрите. И сверху на самой шпице вон корабль. Прикольно, да? Это не Ротхаус случайно ихний? Чуть не, я не видела, что там стоит. Не Ротхаус? Смотри, это музей. А вот сейчас все из-за пандемии, все закрыто. Ну-ка я с этой стороны пойду. Ну да, сейчас все закрыто. Смотрите, затопили его. Сверху печка топится.
Не видите? Че? Печка топится у него. Ну да, там кто-то есть. Ну. Кто-то есть. А этот какой большой. Да, этот тоже очень большой. Ресторан. Угу. Идем, проходим сейчас автобусную остановку. Наши мужички вперед убежали. Ресторан-музей. Фойершиф, ничего себе. Так, не потерять бы мне никого. Видите, стоит ресторан-музей. Что, сходим? Может, у них ресторан открыть? Закрыты ворота. Ну, сейчас все закрыто. Красивый город. Мы тут ни разу не были. Мы нет, вот 24 года. Ну и мы тоже нет. Ни разу. Первый раз. Смотрите. Берлин 535 километров. Ну. О, ребят, кто-то елочку выкинул, у кого-то уже Новый год закончился. Прям как я. Сразу после Нового года елочку выкидываю. Не знаю почему. Корабли, корабли. Какие корабли красивые. Эйден, надо же. Никогда тут не были. Столько приезжаем, раньше жили тут 20 лет назад. И никогда еще тут не были. Ну вот, сегодня собрались, приехали. Прикольно, да? Как игрушечный, но только очень-очень большой. Красивый, красивый. Смотрите. Что там внутри? Не видно. Ну-ка сейчас подождите. Я приподниму. Может, видно будет. Я помню, когда наши мальчики были, ну, мальчишки маленькие, у них, помнишь, был этот пиратншиф, пиратский корабль, только он пластиковый был, або сделан был так пластик, как по дереву. И вот он был точно вот похож на этот. Точно. И он такой огроменный был. Смотрите, лодка внизу стоит. Здесь натянули на него тент такой. Да, вечером, наверное, красиво. Все светится, вон же фонарики. Стоит скипер такой, мощь, и рулит, да? Ага, не говорите. Прикольно вообще. Смотрите, канаты какие у них. Надо же, да, деревянный такой. Ага. Случится, сам за себя отвечаешь. Смотрите, сколько чаек. Вон чайки, чайки. Кто будет в этом городе или кто-то рядом живет, обязательно приедьте, обязательно посмотрите. Очень красиво, очень. Ой, чайки полетели. Я помню, у нас детки маленькие были, и мы пару раз плавали тоже по островам на Бонзе, когда ездили. И там столько чаек всегда летели за кораблями. Вообще шикарно было. Смотрите, летят. Такие красивые вообще.
А вон сколько их чаек. Дикие утки.